На этой неделе депутат Нижней палаты парламента Дания Испаева на пленарном заседании Мажилиса высказала свою позицию об открытии медицинских специальностей в обычных вузах. Она ставит под сомнение квалификацию выпускников и считает, что такие эксперименты лучше не проводить. К слову, в Североказахстанском государственном университете в новом учебном году планируют ввести 29 новых специальностей. Две из них медицинских. У представителей нашего университета на это свое мнение. Они поделились им на брифинге. Айгерим Мукашева рассказывает. По результатам национального рейтинга в этом году СКГУ занял 13 место из 58 вузов страны. Здесь готовят выпускников по 48 специальностям бакалавриата. А в апреле местный альма-матер отправил заявку для получения лицензии на открытие еще двух – общей медицины и фармации. Сейчас ждут ответа от профильного министерства, а пока проводят подготовительные работы. Был заключен меморандум о сотрудничестве между университетом и управлением здравоохранения Североказахстанской области. Договора о сотрудничестве со всеми учреждениями здравоохранения города Петропавловска с целью использования их клинических баз. Заключен договор с Североказахстанским медицинским колледжем об использовании материально-технической и учебно-методической базы колледжа на начальном этапе подготовки специалистов. Проректор вуза отмечает, университет располагает необходимой материально-технической базой. К тому же в следующем году для этих целей выделят от 300 до 500 миллионов тенге. Хотят закупить современные лаборатории и необходимое оборудование. Но одной материальной базы недостаточно, нужны и грамотные специалисты. Сейчас в области работают только один доктор медицинских наук, 8 кандидатов и докторов PhD. Могут привлекаться в качестве преподавателей врачи первой и высшей категории, а их более 700 человек. Уже сейчас к нам приходят наши врачи, которые работают в системе здравоохранения, с вопросами, то есть действительно ли мы открываем, какие, допустим, штатные единицы существуют, могут ли они к нам прийти на работу и в какое-то время будет. Обучать медицинским специальностям будут 7 лет, 2 из них – интернатура. Предусмотрены как бюджетные, так и платные места. Кстати, последние будут стоить дороже, чем на других факультетах. Айгерим Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК.